Проснуться с утра и пойти на работу, прямо как взрослые. К примеру, эти школьники трудятся в одном из предприятий «Бавлов», пока несовершеннолетних привлекают к работе, связанной с благоустройством города. Мальчики косят траву, девочки работают в теплице и убирают улицы от мусора. Рабочий день длится 4 часа для 14-летних и 5 часов для подростков постарше. Алсу Епарова, 15 лет. Решение пойти работать приняла сама. Во-первых, я люблю город Бавлы, свой родной. Из-за этого хочу, чтобы он был чистый, красивый. Да и, в принципе, деньги тоже бывают не лишними. Убирают общественные места – парки, территорию бассейна, детские площадки. 15-летняя Алсу Минигалимова в будущем планирует стать дизайнером одежды. Ну а пока можно заработать деньги уборкой улиц. Я хочу улучшить Бавлы, как бы сделать его чище, чтобы люди наслаждались красотой Бавлов. Зульфия Абдуллина работает мастером по благоустройству и озеленению города 25 лет. Почти каждое лето в ее бригаде пополнение из молодых работников. Каждый из них на вес золота, ведь рабочих рук не хватает. На автотранспортный цех надо, водители, трактористы надо, стройбригаду надо тоже люди. Вот мне надо тоже, где-то 10 человек надо. Людей нехватка. Для несовершеннолетних работников в период летних каникул подходит труд, не требующий специальных навыков и образования. Главное – желание работать на совесть. Девчонки пришли на месяц пока. Если понравится уж, останемся, сказали. Как говорится, не ходить по улицам. Вот они на летние каникулы приходят к нам. Ну, нам подмога. Вот молодцы девчонки. Вот сколько они работают вообще. Молодцы. Хорошую работу школьниц оценили и прохожие. Так я считаю, хорошо. У меня тоже сын восьмой внук кончил. Я говорю, а вы что там не думаете? Пока не думают. У него там лагеря какие-то. Устроиться на работу в летнее время могут несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Ежегодно Центр занятости Бавлов трудоустраивает от 50 до 100 школьников. Несовершеннолетние уже с мая месяца начали приходить в поисках работы. Приходит очень много несовершеннолетних, порядка, наверное, 50 человек уже точно посетили службу занятости населения. Из них около 30 человек уже трудоустроены и приступили к выполнению своих обязанностей. Зарплата начисляется в зависимости от отработанных часов. К примеру, в среднем за месяц школьники смогут заработать в пределах 13 тысяч. Айгуль Кадрафикова, Булат Миниязов, Бавлинское телевидение.